Приветствую всех любителей пошаговых стратегий. Вы видите и слышите Алексея Халецкого. Это значит, что вы на канале Лёша Играет. И я продолжаю на самом высоком уровне сложности, в которой могут играть только божества. Божества. Боги. В которые могут играть только боги. То есть вряд ли я, конечно, смогу победить компьютер на этом уровне сложности. Но все-таки я стараюсь привести Римскую империю к доминации на карте Средиземноморья с политическим расположением всех цивилизаций. Новая карта, появившаяся в недавнем патче. И если вы случайно наткнулись на это видео, то лучше перейдите к первой серии. Ссылка есть в описании, где-то там вот внизу. Посмотрите, пожалуйста. Ну а спонсоры канала все серии видят сразу. Спасибо им за поддержку. Вступительное слово завершено. Давайте Золотой век вступили. Что выберем? Ну, вот здесь же у дракона уже точно нафиг надо. К оружию Золотой век. Ну, в принципе, я после Греции могу еще на кого-нибудь понападать. Может, кстати, на Александра Македонского. Тем более с самолетами это будет попроще. Или на Венгрию. Так, слушайте, а с Германией-то что у меня война? А, Германия объявила войну Франции. И португалец Франции. Ух ты, я еще из Грузии. Так, ну, в принципе, я с Венгрией воюю. Так что как раз на Венгрию можно будет понападать. Кстати, в связи с этим надо бы мне вот здесь поставить чувачка, чтобы венгр не прибежал. Тут-то больше прохода ко мне нету от Венгрии. Немец может вот тут прибежать. Поэтому давайте, наверное, сюда поставим. Ну а так, в принципе, норм. Что там, Португалия может приехать? По морю, если только. Ну, в принципе, то есть я к тому, что мне, наверное, не стоит к оружию брать, потому что я уже... Мне уже объявили войну все те, кому бы я хотел брать. Потому что надо либо реформы денежного обращения, либо пульс паровой машины. Давайте подумаем. Плюс 3. Но на самом деле у меня не так много кампусов, чтобы получить плюс производства. А вот караванов у меня много. Поэтому я лучше на деньги, пожалуй, возьму. Так, хочу достроить аэропорт, и потом уже только самолет доделаю, чтобы уже сразу самолет получил бонусы. Мой народ не рад вашим проповедникам. Вообще-то это я во Франции делаю. Видимо, повлияло и на Картахену. Так, 75% я бы в Париже теперь убрал. Что-то 13 жителей, как вы понимаете, тут очень много верующих. Так, ну что, давайте еще апостолов. Я просто... Ну, вообще я могу и юниты с другой стороны поделать. Давайте против антикавалерийских. Тут лечимся. Тут берем прокачку. Сюда подхожу. Против укрепления района. Тут лечимся. Я не хочу атаковать Аргос, честно говоря. Тут уже отремонтировали. Нифига себе. А, ну вот этим, наверное. Тут еще я и поселенца захватил у грека. Ну давайте посмотрим.
Вообще отправлю его потихоньку сюда куда-нибудь. Причем не буду удалять. Так. Пошли к Аргусу потихоньку. Вообще я бы в Спарте... Ну да, амбар потом бани бы отремонтировал. Заказник. Так, ну тут, в общем-то, обработано все, что я хотел. Давайте, наверное, тут сделаем лесопилку. Воячу универ. Верфь. Так, промышленная зона. Бессмысленно. Можно, наверное, аквариум. Ну, аквапарк я имею в виду. Так, только подумаем. Ну, этот, по-моему, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Да, этот до Рима дотягивается, так что на Рим можно не обращать внимания. Давайте в эту сторону, наверное. 4, 5, 6, 7. 7, 8, 9, да, и до Триеста, так что сюда ставим. Верфь. А верфь я тут куплю. Очень много производства даст. Адрианополь отвалился. Зимбабве. Так, художника, улучшенная баллистика, культурное наследие. А что там для улучшенной баллистики? А, вот мазутную, да, кстати, мазутную мне надо построить. Вот я электричество открою, мазутную мне в Риме надо построить. Ща, пускай растет город. Так, ну и грека мы будем... убивать. Да, пожалуй, теперь я все-таки с Александром дружбу заключу. Я вот, кстати, подумал, что я зря там вот в конце прошлой серии. Типа я зря... Ну, кстати, мне войну объявили, потому что кризис против Спарты пошел. Я сам зря голосовал против. Типа там что-то много влил. Это нормально. О, слушайте, больно. Так. Также дают довольство. Я вот не помню, что у меня. Но я, мне кажется, меня сейчас забанят. Не, не надо не тут смотреть, а вот тут. Вино. Ну, вина, кстати, дофига и у Испании. Может, он... За вино тоже. Давайте мы в вино вольемся так прилично. Да пофигу, я тут за себя, но это мне без разницы. Два очка дипломатической победы тоже можно за себя. И всемирная выставка. Давайте даже тут за себя. Три. Мне кажется, все равно сейчас что-то забанят. Скорее всего, вино забанят. Не влияет на удовольствие вино, да. Как всегда. Табак Александр. Вот удивительно. У испанца 10 вина почему-то, а он против хлопка голосует. Охренеть. Так, ладно. Осуществляет культурный захват я. Это я один голос-то. И выбран 2 очка Александр. Ну и всемирная выставка. Да, жалко, минус вино. Так, лабы. Меньше усталости от войны. Я, наверное, тут не буду ничего менять.
Блин, так слабенько, они что-то стены возрождения. Да, стены возрождения. Ну, самолетами это, конечно, все попадает. Ну, я думаю, можно пообстреливать фрегатом, потому что тут нету этих осадных юнитов. То есть просто город больно, конечно, стрельнет, но это терпимо будет. Не, пускай, ладно, лечится, стоит. Ой, сразу поперли, блин. Мне бы где-нибудь нефть апнуться в пехотинцев, и тут не пробьется. Просто у него, видите. Ну, надо, наверное, линейных пехотинцев, чтобы сделать корпуса. Я так думаю. И в Триесте давайте туда поведем. Да, и в Венеции можно еще одного, чтобы прям этого. Чтоб прям армию. А, нету больше селитры. Черт. Сразу минус по счастью в некоторых городах из-за отсутствия вина, видите. Так, ну нам надо. Давайте смотрите, что у нас коалиция. Германия, Португалия, Грузия и Венгрия против нас. Во-первых, мы можем подговорить Александра Македонского на войну. Нет, он с немцем не будет. А там еще только Жуан, это неинтересно. Египет, наверное, нету смысла. Франция, по-моему. Так, вот Польша. Как у нас с Польшей отношения? Где она? Хорошие отношения. Она в войне с Византией. Давайте попробуем ее позвать против немца или против венгра. Так, кстати, против венгра она вполне готова. Но, к сожалению, только к одной можно звать. Я бы с Венгрией позвал. Ух ты, 120 золота в ход хочет. Подожди, а если без этих вот? Фига себе. Я смотрю, она против Венгрии не очень горит желанием. Давайте сотку влияния. 27 золота в ход. Окей, а 120 влияния? Ну, давайте, наверное, соглашусь. Мне надо венгру реально второй фронт открывать. Тут Польша очень хороша, ведь у нее самая большая граница. Отлично. Испанец португальцу не хочет? В принципе, хочет. Нормально. Думали ко мне лезть. Так, ну и перса против Грузии. А, она и так с ним воюет. Отлично. Все, я коалицию сколотил.
Так, ну надо парочку все-таки апостолов. Даже троечку. Все-таки хочу Францию полностью обратить. И... Так, у нас там вроде Спарта отваливается, да? Или уже нет? А уже нет, кайф. Я же говорил, не будет отваливаться. Тогда, кого мы будем апать? Давайте, может, Магнуса тогда прокачивать пока. До промышленника хотя бы. Кардив, кстати, надо держать сюзереном. Я только с него получаю электричество. Так, Турин растет. Лабы. СМИ открыли, пошли в идеологии. Потом в, прям сразу в коммунизм. Не, давайте в идеологии, чтобы не забыть. Там надо будет ремесленников поменять. Блин, у меня тут еще есть квадрирема. Ладно, давайте подводить. Я бы ее апнул и... А, вот у меня еще этот, кстати, пехотинец. Давайте подводить армию делать. Я бы апнул трирему, чтобы корпус... Блин. Галера тут плавает не в тему. Так, а давайте-ка мы не поплывем, я лучше буду этот пролив держать от португальских кораблей. Только согласился с португальцем воевать и сразу меня осуждает. Мне кажется, что не стоит осуждать того, кто с кем ты в союзниках в войне против общего врага. Первый самолет, как я и говорил. Сколько они там не рассказывали, что компьютер научился самолетами пользоваться. Все равно я всегда первый их делаю. И я очень сомневаюсь, что к концу игры у кого-то будут самолеты. Ну, посмотрим, конечно. Был бы рад ошибиться. Так. Переброшу прям сразу в Спарту. На недружественно исцеляется. Фига себе выжила. Так, как бы мне так, наверное, добьем трибушет. Тут отойдем. Апнусь. А... кавалерию, так, раз, два, три, блин, черт, немножко тупанул, раз, два, три, четыре, а если я сюда встану, ну ладно, надо кавалерию добить, бомбардировщик, вообще идет плюс три, тогда можно еще один тут бомбардировщик, а потом уже лабу. Истребители тут бессмысленно строить, некого истреблять. Еще один самолет у меня тут строится. Эти два хода. Так, я, пожалуй, этого апостола хочу сберечь. То есть надо его отводить и лечить. Два раза больше других с утроенной, да. Так, этого. С утроенной силой. Так, а давайте тут посмотрим, если мимо, да, мимо чуда, то надо подойти к Матерхорну
и там его прокачать. Потом следующим ходом мимо Матерхорна типа пройдем. И три дополнительных распространения получим. Блин, а чё так больно? Венгер. Уникальный юнит, да? Длинные... Что за длинные рыцари? Длинные рыцари, блин. Так, а как это метод тогда лучше... Здесь так становимся, тут этого туда ведем. Тут мне очевидно надо сюда все-таки спрятаться пока. Внутрь. Блин, ну к сожалению, видите, я пропустил венгра. Тут, наверное, надо купить за веру. А, у меня нету селитры. Забываю, что там селитра нужна. Польша еще, Грузия. Ну, слушайте, у нас тут мировая война пошла. Вот это интересненькое. Видимо, меня можно считать скорее не императором теперь Рима, а дуче. Но я как-то себя фашистом не ощущаю. Блин, у Рима наконец-то предел. Блин, 23 жителя. Рим, конечно... Я тут еще столько клеток не обработал на самом деле. Рим, конечно, получился очень хороший. Так, Перикл Грузии... О, там даже внутри коалиции между собой войны. Александр Едвиги. Так и внутри моей коалиции тоже. Жаль. Хамурапи Едвиги и Едвига Тамари. Наверное, просто тут постою. Так, а тут следим за кораблями... Португальца. О! А кто это тут плывет у нас такой красивый? Заказник. Лаба. Аквариум. Лаба. Роща. Ну вот тут надо тоже плантацию брать, получается. Давайте, наверное, сначала строителя. Потому что не только плантацию, но и здесь надо лесопилку будет сделать. А потом уже заказник. Блин, какое, конечно, Палермо мощное. Я говорю, что оно будет больше Рима. А, жилье у меня куда-то тут делось. Ладно, пускай достроится самолет. Будем потом разбираться с жильем. Ну, там еще и минус, по счастью. Ауч. Вот это... А, это он с другой стороны прибежал. Блин, эти ребята напряжные. Они мне сейчас могут все там, еще мега, наконец, второе мега-извержение. Еее. Но, с другой стороны, это убивает жителей в Неаполе. Стоим в защите. Пока я там не могу ничего сделать. Так, смотрим, как работает самолетик. Все равно тяжеловато со стенами возрождения, согласитесь. Так, давайте, наверное, пограбим оливки. Блин, надо найти... Пошли поплаваем, найдем, куда эта триремы дурацкая португальская уплыла.
Или она убилась обо что-то? Блин, ха. Какой, блин, ну как так? Вот почему отсюда он высадится, а потом обратно... Хочется... рвать и метать. Это я отправляю лечиться парня. Этот с утроенной силой, да, у нас? О, уже паришь католицизм. Ну, как вот пошел зачем-то апостол, испанский апостол. Вот просто объясните мне логику. Вот действие компьютера. Вот там же у них прописаны какие-то действия, да? Тебя обращают в католицизм. У тебя есть индуизм, который тебя... Ислам есть, который тебя обращает. Почему он прется через всю карту Париж обратить, например? Ну, просто... Ну, я возмущаюсь не потому, что это, типа, плохо мне в чем-то, а потому что он, ну, он себе хорошо не делает. Понимаете, что я пытаюсь сказать, да? То есть, как вот прописана логика действий компьютера где-то там внутри? Хоба, 7 штук распространения стало. Еще апостола взять. Так, пока стоим. Очень бы не хотелось, чтобы вот эти тагдымские кони сейчас ко мне... Ну, у меня сейчас появится самолет. Я, очевидно, буду самолетом хоть одного. Я не буду греку перебрасывать. Нет, пока постоим. А, что я тут спер? Лазеры, отлично. Давайте источники найдем сначала. Так, я в двигатель ВС ради пластмасс шел, на самом деле. Потом уже в ракетостроение пойдем. Потом еще восковую бригаду. Мне надо 3 армии. Ну, я надеюсь, что я тут 2 армии как минимум сейчас сделаю из этих ребят. Одна вот, для другой жду, когда селитра появится. Так. С Хатусой война, с Фесом война. Фигово. Ну, давайте Женеву 6 делать. Ну, это лабы у меня скоро будут построены. А, в Милане я уже исследовательские гранты делал. Да, ну тут всемирная война началась, конечно. Да, дружбу с Едвигой я бы продолжил. А с Египтом не хочу, потому что я думаю, что я как раз в Египет буду ядерки бросать. Он, судя по всему, сильно... Хотя уже 178. Странно. 383 у немца. Больше, чем у меня. Ничего себе. Тварь тут разграбила. Куда он еще поехал? Сюда. Ну тут сейчас я самолетом на... Все-таки захватил этого посела. Ну, это тут трирема тупорылая. Сейчас мы ее поймаем. Так. Надо продолжить союз, конечно же, с Францией. Так, теперь... Ищем посела. А куда? Или я с Валеттой воюю? Подождите. Нет, с Валеттой я не воюю. Так. Блин, здесь не достроился самолет. Я думал, уже будет готов. Не, ну тут немцы точно не пройдут. А вот тут мне, конечно... Я не ожидал, что у венгров будет лучше силы. Я все-таки нанимаю это вот с 6 лояльностей. Вот если Спарта еще держится, то про Аргос я не уверен. Потому что будут Афины... Ну, 2 столицы будут влиять.
Это будет тяжеловато. О, нет, все-таки самолет уже нормально заработал. Отлично. Фига себе. Заповедник деньги, значит, дает, окей. Лаба в Турине. Морской порт. Бомбардировщик в Палермо. Лаба. Хотя, может, там морской порт? Не, ладно. Этого пока перебрасываем в Спарту. И тем более он тут будет еще влиять на мои кораблики. Ну, мне надо сначала Париж обратно обратить, потому что он очень большой. Блин, а чё так? Дорог, что ли, нету нормальных? Ну, ладно. А куда делся реально этот посел? Всего явно захватил этот португалец, но куда он его дел? Так, тут ступу отремонтируем сначала. В Карфагене верфь. Ну что-то тут вообще ничего нету. Так. Бани тут. Ну, наверное, давайте сюда баню поставлю. Куплю строителя. И сюда у нас будет промышленная зона. Предварительно. Тоже, наверное, надо строителя купить. Ступу разграбили. Прибежали чисто разграбить ступу. Да, видите, захвачен португальской триремой. Но куда он его повел? Два населения в Неаполе погибло. Нехорошо. Везувий. Ну все исторично. Везувий убивает. Где-то тут Помпея погребена. Серебряная монета Александра. А, ну Аргос, я думаю, сейчас падет этим ходом. Я Афины захвачу, а Олимпию не буду трогать, она сама по лояльности отвалится. Это чтобы не считали, что я цивилизацию уничтожил. Очень хорошая сделка, мне очень нравится. Нет, пожалуй, эта сделка мне не нравится. Фрегат все-таки убили. Блин, там... Ну, тут не во фрегате дело. Есть венецианский арсенал в Венеции. А есть мне за это ачивку? Какую-нибудь дадут? Нет? Жаль. Так, тут ставим вот эту карточку. Соседство кампуса и промышленной зоны.
Сюда содержание юнита плюс 4 к боевой мощи нерелигиозным юнитам против войск иноверцев. Ну, кстати, тоже интересно. Но там я уже города атакую, а не юниты. При поражении 50% скидка. Вот усталость. Давайте, наверное, все-таки теряет меньше боевой мощи. Так, вот тут парень неудачно куда-то решил уй... А, да, дотягиваюсь. Так, минус корпус. А этот сюда прибежал. Ну, это тоже минус корпус. Уж я сейчас самолетом его добью. Или даже этим. Нет, этот не долетает. Отлично. Даже не корпус, минус армия. Так, тут все стоим. Тут можно даже дорогу разграбить, может, чтобы он пройти не мог нормально. Так, давайте этот самолет перебросим в Венецию. И будем отсюда на Ульм и на Пешт грозить. Так. Аргос наш. Ну, тут пока это минус 13, но я бы следующего хода дождался. Я подведу сюда, конечно. Блин, тут и центр коммерции, и морс, и гавань. Спрашивается, нахрена это сделал Грек? Почему он так строил? Наверное, развлекательный центр. И тут, в таком месте, вместо того, чтобы построить аквапарк... Хотя, может, не вышел еще аквапарк, с другой стороны. Зря я на него гоню. Так, давайте тут, наверное, кампус отремонтируем. Венецианочка. Ну да, кампус плюс 4, давайте. Ну давайте и тут еще купим строителя. А по... Так, я могу бани построить, да. Что с промышленной зоной? Тут плюс один. Ну, тогда бани все-таки сюда буду ставить. Да, жалко там этот холм. Но в итоге мы получим больше. Так, тут, пожалуй... Все по рыбным делам сделаю, чтобы опять же жителей больше было. Так, можно купить караванчик. Ух ты, в Константинополь такие. Вау. Может мне... Нет. Но я все-таки буду к француженке отправлять, как бы без союза. Значит, из Аргоса и из Спарты. Колесо обозрения, аквариум.
Наверное, встану пока здесь бомбардой. Так, отремонтировал ступу, я построил здесь. Давайте сначала мастерскую. Развлекательный комплекс, еще не хватает жителей. Блин, тут и кампус нужен, да. Тут как пока с ромашкой не очень. Так, и тут, очевидно, нужен пригород. Кстати. Причем сначала пригород. Тут город, возможно, не растет больше из-за того, что жилья не хватает. Не, ну тут я все нормально уже поставил. О, могу еще одного шпиона сделать, кстати. Сейчас посмотрим, реально ли Аргос отваливается, но я уверен, что он будет отваливаться. Да блин, танк приехал теперь. Мне, кстати, надо бы... Ну, мне надо сначала вот этого одного парня купить. Бомбардировщики плохо по юнитам работают. Конечно, скорее по городам надо. Так вот, теперь надо купить за веру линейного пехотинца. А теперь можно и нефть обработать, потому что иначе бы просто пехотинцы были. Так, и где у меня нефть? Тут где-то была, я помню. Видите, не в границах пока. Ищем нефть на карте. Так, вот, чтобы в моих границах или рядом. А. Не понял, что, неужели у меня еще и нефть? То есть, вот это вот только. Вот это прикол. Ну, в пустыне-то понятно. Это я вообще не удивлен. А, вот, у Палермо. Путынуты. Так, давайте тут тоже купим строителя. До сих пор битва квадрирема и галеры, прикиньте. У вас уже самолеты летают, но... Квадриремы и галеры тоже нужны. ПО возьмем. У грека вообще армия есть? 173. Ну, что-то есть. Так, значит, в итоге Аргос сколько? Минус 9. Ну, надо использовать, конечно. Минус 3, вот уже приятней. Так, а как бы мне тут сейчас засветить? Наверное, надо кавалерии все-таки спуститься, засветить Афины, выстрелить и заехать обратно.
Или просто на производство пока. Он все равно вырастет за один ход, да. Смотри, тут, слушайте, знаете что, мне кажется, я говорил, что перц захватил Зуг Дидя, потому что он по лояльности отвалился, конечно же, как и Адрианополь. Но это тупо, просто Грузия тут поставила город. Конечно же, просто по лояльности отвалился. Самые крупные города я обращаю. В Лиможе один житель, как вы понимаете, это не страшно. Ну и вообще, Франция уже вроде как в моей религии получается. Теперь надо вот эти города обратить. Пускай индуизм только в Англии остается. Знаете, я тут, как ни странно, буду треугольничек в первую очередь делать вот этой на еду, чтобы Арташат рос. А я просто еще одного строителя сразу куплю. Да елки. Это как это, знаете... На, убивай нас, нам пофигу. Привел еще. Шпиона можно сделать как раз. Так, в Ракедете контрразведка в Риме. Византия нас осуждает. Ну, потому что я греков захватываю, наверное. Такой я, защитник Греции. Больно вообще-то. О, но Франкфурт снизошлось. Озарение. Так, ну тут, наверное... Давайте подумаем, нужно ли мне что-то еще за веру покупать. Можно еще несколько апостолов просто купить. О, а тут к нам чувак пришел. Исламист. Отлично. Ну, ислама тут мало, но главное, что плюс 250 к Буратино телекомандато. Так, Лимож я даже, наверное, трогать не буду. Можно вот по пути сюда зайти. Просто давайте Нант сначала обратим. Просто я сейчас, пока у меня теократия, у меня дешевле покупки за веру, понимаете? Так я бы... Так, давайте глянем, что великих людей каких-нибудь... Этого я так получу. 100% космическая гонка. Фак. Три хода Венгрия. Причем она читает... Слушайте, а там космопорт случайно никто не... Вообще кто-нибудь в космопорты кроме меня вышел? Германия. Меня Венгрия больше волнует. Венгрия нет. Ну и я, да. Ну я вряд ли могу сейчас начитать. Не, ну у него три хода, если Венгрия будет так и дальше читать, может мне сейчас поставить все-таки проекты. Ну в любом случае я не могу сейчас за веру купить. Поэтому я думаю, что надо просто апостолов. На всю религию. Оставшуюся. Нет, странно, тут венгр, конечно, действует.
А, бля, чего я пешек не вижу? Блин, оказалось, я случайно кампус сломал. Управление самолетами в очередной раз меня радует неимоверно. Класс, венгер привел. Умереть. Так, ну тут страшно стоять, тут убьют капер. Так, а где мой третий самолет? А вот тут. Ну, наверное, Варгас. Думаю, не должен Аргас отвалиться. Блин, он не добирается сюда. Ну, давайте исследовательские гранты попробуем. Вот, пусть они же сейчас высадится и поставит город тут, португалец. Блин, а мне надо... Третья армия или армада? У меня вообще где-то еще есть... А, эти... Пушки. Так... Есть. Отлично. Так, ну и в общем, вот теперь-то можно и остаток еще одного апостола, и теперь меняем на коммунизм. Так, содержание юнитов, мародерства нет. Уничтожение юнитов прошлых эпох. Ну там у грека уже почти не осталось нифига. Давайте лучше 2 единицы лояльности в городах с гарнизоном, чтобы в Аргасе. Ну то есть деньги мне сейчас не очень, прямо скажем. Так, 5-летний план, писание, либерализм. Торговая конфедерация... Рационализм плюс 18. Строители, общественный транспорт. Ну, у меня пригородов маловато. Вот, кстати, центр коммерции гавани плюс 100, это прикольно, потому что у меня много верфей. То есть это не просто деньги будут, но это еще и производство. Внутренние нафиг надо. Жилье. Квартал Медины тоже интересно. Теократическое наследие. Вот республиканское наследие еще интересно. Я бы, наверное, даже республиканское наследие взял. Просто потому что это, опять же, повторю, увеличивает все. Счастье. Счастье увеличивает все. Слушайте, а кампус тут? Вообще, буду ли я тут кампус строить? Вот это вопрос.
Ну так-то плюс 3 только здесь. Поэтому пойдем лучше этот камень обработаем. Куда вы плывете так настойчиво? Там вам не рады. Турин, морской порт. Пригород, космопорт. Космопорт вообще только в одном месте можно в Турине построить. Может, статую свободы тогда? Ладно, давайте исследовательские гранты. Посмотрим. Да, все еще три хода у Венгрии. Сейчас узнаем, будет ли у нас уран. Блин, череп от Альберта, который погиб. Хамурапи пытается у меня на какую-то книжонку выменить. Ой, правда? Конная статуя кондотьера Гатамелата. Гатамелаты. Но, тем не менее, все равно нет. Там у Египта, кстати, благовония можно было поторговать. Ну что, и урана нету, да? О, немца завалили. О, задание контрразведки на 2 уровня. Кайф. Тут всего один заряд остался, нету смысла, мне кажется, на Рен. Лучше вот на английский город использую. Католицизм 9, индуизм 13, православие 41, вау. Причем он даже не укреплял, просто православие, синагога и воины-монахи, все. Знаменитый монастырь Шаолинь — это иудейский монастырь, короче. Ислам 7, 22. Ну, иудаизм, Буратино, Телекомандато и православие у нас в этой игре. Но православие вообще, блин, 41 город, это, конечно, мощно. Персы все у нас, я смотрю, православные. Ладно, становлюсь сюда. О, теперь я вижу пешек. Интересно, почему я тогда не видел, теперь вижу. А, это может у меня
С финики военный сет, да, понятно. Потому что этот юнит финики... Ух ты, 120, ну это армия танка, почему он сейчас, скорее всего, выйдет атаковать мою вот эту армию? Наверное, надо убивать этих ребят. Варга сейчас минус один, минус шесть. Вау, а почему? Так, ну, видимо, Виктора надо пересаживать в Аргас. Эти плюс один станет. Ну, иначе я нельзя самолет перекинуть будет, отвалится Аргас, потеряю самолет. Зачем нам это? Ну и заодно засвечивается территория благодаря самолету. Так, у меня Кардив перекупили. Самое интересное, что я перекупаю Кардив, и он мне все равно не виден. Какой-то глюк идет. Я должен видеть его территорию полностью, как его сюзерен. Это странно. Интересно, какой-то грек отправил караван тут. Пойду сюда, чтобы караван разграбить, если он тут будет бегать. Ну что, высадился, да? А нет, кайф. Все, он привел туда же, где я хотел город поставить. Блин, куда ты плывешь, пушка? Куда ты плывешь, пушка моя? В какие реки, в какие моря? Я за тобой. Бегу за тобой. Я ужасно тупой. Очень тупой. Карфаген бани, значит, промышленная зона. Путиолы мастерская. Или морской порт. Не, ну городок растет хорошо. Или кампус. Это, наверное, кампус. У меня еще меток стоит. 4. А, уран не посмотрел. Слушайте, самое интересное. Три источника урана. Кайф. В Бордо. Вообще фиг знает где. Ну что, мне Францию захватывать, что ли? Блин. Ну это нечестно, я считаю. Я это считаю нечестно. Надо рабочего время купить. Я он гусарами атаковал, смотрите, а не танком. Интересно. Так, тут мы ставим... Наверное, плюс 10 от дальнобойных атак. Да, ну надо добивать. Афины взяты.
Олимпия, мне кажется, должна сама отвалиться. Ну, посмотрим следующим ходом. Если не будет отваливаться, то придется все-таки забирать. Нету смысла оставлять. Не, вот Афины как раз не должны отваливаться, я думаю. Опять же, посмотрим следующим ходом. Блин, нафига тут заповедник был построен? Тоже такое бессмысленное. Так, ну... Пишет Венгрия два хода. Ну, Венгрия, очевидно, читает. Это не может быть 93 просто само по себе. Так... Пойдем геотермальные источники делать. Блин, а где мне тут космопорт ставить? А, есть две штучки. Ну, я, наверное... Блин, хотя тут... 5 производства, а тут 3. Может, все-таки вместо какого-то оленя? Еще один шпион. Давайте к венгру отправим. Пешт, потому что 444 денег там можно украсть. Да, ну, короче, с ураном тут, мягко говоря, на этой карте так себе. Так, где мне тут получше? Наверное, вот сюда. Блин, а что тут так много галер португальских плавает? И квадрирема какая-то плавает, что это? Почему они вообще тут плавают у меня? О, до тира я наконец дотягиваюсь. Поехали караваны в Финикию отправлять. Так, я сделаю строителя. Торговца пока не покупаю. Я хочу следующим ходом посмотреть, хватит ли мне денег на ученого. На плюс 100%. Морской порт. Строители, чтобы вот эти
геотермалочки пообрабатывать. Давайте в Казенце тоже еще одного строителя. Не, давайте тут как раз торговца, кстати. Или подождите, сколько тут? Нет, два хода. Сельские гранты. Два хода это долго. Просто это следующее. У Венгра два хода до. До ученого. Блин, я забыл, с Египтом надо поторговать. Византия новый город основывает. Так, ну что, убьют меня? Нет, венгр куда-то. Ну там война с Польшей все-таки у него. Татабанья, вы на название у города. Татабанья. There may be no forgiveness for Polyester. On this one matter, Satan and the Lord are in agreement. Так, ну смотрим. Значит, в Афинах минус 0,2, тут минус 6. В Олимпии с губернатором, что это? Ну, короче, отвалится. Можно не волноваться. Там, блин, Дьер отваливается. Венгр поставил. Как-то пешт надо засвечивать, кстати. Так, ну и что в итоге у нас? 4800, да, не хватает. Жаль, жаль. Плюс 100% было бы круто. Ну давайте тогда рабочего. Я, наверное, буду когда здесь убирать оленей. Сюда космопорт. Так, в Турине куда у нас космопорт ставится? Ага, только туда. Ну, надо. Всё. Надо ставить. 53, 21. Рим 118, понятно. Неаполь 63. Милан 78. И Палермо. Значит, нам Неаполь, Милан и Палермо надо еще. В Милане я просто не уверен, что есть место для космопорта. А, есть. Но тут меньше тогда производства будет, к сожалению. Так, ну в Неаполе точно есть. Вот сюда хотя бы, да? Так, а в Палермо? В Палермо нету. Ну, что ж поделать. Так, давайте мы из Рима будем все караваны посылать на производство. Казенце 63. Давайте я вот тут космопорт поставлю. Все равно там не работает заповедник, к сожалению.
Ну, куда эта пушка плывет? Кто бы знал. Тут будут высаживаться, что ли? Захвачу, наверное, этого рабочего, скорее всего. А, даже я лошадью могу. Не, как всегда, игра обманывает. Да что такое? Как у него флотоводцев? Так, маяк в Спарте, да. С Египтом поторговать. Были благовония, точно помню. Вино нет смысла предлагать, оно у нас забанено как бы. А пошли в технологию скрытности, более крутые бомбардировщики возьмем. Ну, Афины там слабенько утрачивают лояльность, прямо скажем, минус 0,2. Это терпимо. Кстати, возможно, даже Виктора можно пересадить. На жителей Мешкольца. Интересно, кстати, как-то тут религия распространяется, так моя. Так, АПМ. АПМ. Нам спутники нужны. Два центра вещания. Или в композиты выйти. Вообще танков нету. Но я всегда могу их купить за веру на самом деле. С другой стороны, нафига мне спутник, у меня даже еще космопорт не построен. Так, какой там следующий, кстати, ученый? 1500, тоже приятно, давайте проведем проект. Ну, потому что тут все равно пока оленя буду убирать. Исследовательские гранты в Милане. Ну, тоже надо космопорт на самом деле. Надо убирать этот лес. Что уж тут.
Но там космопорты чисто для ускорения. Главное у нас строительство всех частей, конечно, в Риме будет. Так жалко, что уран у Франции, а не у меня. Стоит лечить апостолов, потому что они раненые меньше распространяют веры, понимаете? Пятьдесят золота просто. 4 производства и 50 золота. Чё-то космопорту долу нету промышленной зоны, видите? Ну, что поделать. Тем не менее. Я не захвачиваю, не могу захватить этого рабочего. Интересно. Ладно, сколько там греку осталось жить? Где-то еще тут плавает трирема одна. Во. Рабочий муви. Квадрирема даже, квадрирема. Ну, космопорт никто еще не построил. Так, в Триесте мастерская. Черт, я так тут ромашку и не доделаю никогда, очевидно. Сделать античность, античность, античность. Не могу. Жаль. Да, переведу в другое место. Я там уже все, что хотел, собрал. Так, 9 ходов и у меня 12 очков. Сейчас мы несколько корпусов венгру убьем. Опа-на, вот и плюс одно очко. Так, тут апаем.
Линкор. Ну, кстати, почему нет? Можно будет сделать. Серьезно. К Неаполю приплыл. Еще один корпус. Можно будет сделать здесь как раз корпус из линкоров. Так, вот мы еще продолжаем, пока еще не строим здесь. О, мазутную электростанцию наконец-то сделаем. Блин, что так больно у него эти апостолы бьются? Так, а этого строителя я, чтобы вот здесь убрать лес, построил. Для космопорта не требуется количество жителей, это поэтому поставим театралочку. У нас есть еще где-нибудь геотермальные на моей территории? Вообще всего 6. О, есть еще одно. Кстати, всего 6 и 3, и 3 на моей территории. В некотором смысле повезло, да? Так, вот тут бегает какой-то караванчик. Надо бы его поймать. Все, нету больше квадрирем португальских, я надеюсь. Сплавала и плывет обратно. Дополнительного шпиона. Получу.
Смотрите, ускорю сейчас мазутный в столице. Нет, не хочу ничего торговать, никому ничего. Нет, нет, никого не убило, ты смотри. Это хорошо. Ну, вот этим мы сейчас этого точно убьем. Боже, а ульм отвалился. В мою пользу, кстати, отваливается. Так, на вашей территории плюс 100% морских юнитов, каждый ваш посол двойной. Содержание ядерных устройств, рок-группы. Ну, вот смотрите, без корпорации монополий культурой невозможно. А за счет того, что корпорации монополий дают очень много туризма, то есть они это не поправили в этом режиме. Поэтому я все предыдущие на божестве просто культурой даже не пытаясь что-либо сделать. Что, конечно, тупо. Так, надо апнуть. Тут точно уже не прошел никто. Давайте шпиона еще одного тут сделаем. Тут ничего менять не будем. На всемирной выставке, кстати, недалеко венгер с немцем. Так, ну, практически вся Франция уже в моей религии. Сколько, кстати, с религией имею? 56 науки? 10%. Так, улучшенную баллистику как раз продвинули. И отложу на один ход, потому что я тут вырублю лес. Не было смысла брать уровень, потому что это все равно второго уровня выше. Тоже так себе. Хотя я тут плантацию не убрал. Такой себе заказник, конечно. Слушайте, я, наверное, уже буду удалять бомбарды. Это содержание юнитов. Я все равно ее не буду апать уже. С таким количеством самолетов. Причем улучшенных самолетов. Мне явно бомбарды никак не нужны. Так, куда опять пушка делась? Блин, опять куда-то сюда поплыла. Собираю, потому что четвертый радиус от города, она просто все равно ничего не будет давать.
просто всех греков на острове как в резервацию согнали и ждем, когда они закончатся. Ну, на этом я как раз серию и закончу. Довольно длинная получилась. Спасибо, что смотрите. Спонсоры канала продолжения могут поискать прямо сейчас во вкладке «Сообщество». Для всех остальных оно появится завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!